когда сажать луковицы гладиолусов? Материал для посадки гладиолусов – это клубни луковицы с донцем и корешками, точка роста. Весной высаживают молодые луковицы гладиолусов, у которых маленькое донце. За месяц до высадки в грунт в саду луковицы проходят яровизацию. Яровизация – это выгонка луковиц гладиолусов на свету. В грунт отправляют луковицы с зеленой стрелкой. У одного клубенька появляется несколько стрелок, поэтому их разделяют на две части. Клубни луковиц разрезают чистым ножом, обрабатывают порошком древесного угля или корневина и рассаживают землю. Когда сажать луковицы гладиолусов? Сначала и до конца весны. Время посадки выбирают по региону. В Сибири сажают в начале июня, а в Подмосковье – в мае. Материал погружают в прогретую землю. Грядки заготавливают с осени и повторно обрабатывают весной. Место посадки луковиц гладиолусов. В саду выбрать юго-восточную или восточную зоны под луковицы. Материал высаживают на 60-80 см от пристроек, заборов, декоративных ограждений. Место выбирают рядом с огородными культурами, кроме крестоцветных. Гладиолусы соседствуют с посленовыми, ранней зеленью, ягодами. Подготовка луковиц гладиолусов. Положить в раствор марганцово-кислого калия на 2 часа. Земля для гладиолусов. Торф, перегной, чернозем. Чернозем подходит гладиолусам питательностью и структурой, но клубни луковицы также прорастают и в суглинках, супесчаных, песчаных смесях. Схема посадки 3 на 15 см. Как сажать луковицы гладиолусов? На 2 трети в грунт, оставить треть над землей. В тяжелых грунтах ближе к поверхности. Детки гладиолусов – это отростки без стрелок, которые срезают осенью или весной, садят на 2-5 см. Глубина заделки подбирается по размеру деток клубневищ. Весенняя посадка луковиц гладиолусов в грунт при температуре плюс 10 градусов. Даты посадки – 5 апреля, 8-9 апреля, с 18 по 20 апреля, со 2 по 15 мая, 19-29 мая, с 1 по 10 июня. Как ухаживать за луковицами гладиолусов? Клубни луковицы гладиолусов прорастают при температуре 20 градусов. Траншеи присыпают порошком древесного угля либо толченым активированным углем. Посыпка защищает от паразитов, сбора грибков, вредоносных микроорганизмов. Луковицы становятся устойчивы к болезням, поэтому развиваются без заболеваний. Совет цветоводам. Ранняя посадка требует обработки и заделки луковиц гладиолусов в грунт с конца марта и до середины апреля. Цветоводы, которые не ставят себе цель получить ранние гладиолусы, хранят клубни луковицы до весны, а достают на проращивание уже за 10 дней до посадки. Какие луковицы высаживать? Двух- и трехлетние, если нет деток. Чем подкормить? 40 грамм суперфосфата, 60 грамм костной муки, 20 грамм перегноя, горсть древесной золы на 2 луковицы. Когда срезать цветы гладиолусы? В сентябре, после усыхания цветочной стрелки. И что же делать дальше с ними, с клубни луковицами? Как сохранить луковицы гладиолусов, читайте на сайте NatureInfo. И пишите в комментариях, как вы высаживали луковицы.